Большая часть современных сетевых проектов пытается любой ценой удержать тебя в игре как можно дольше. Частенько при помощи прикручивания системы прокачки, заставляющей долго и нудно разблокировать геймплейный контент. В лучшем случае при помощи гринда, в худшем — прямого вливания рублей. Dota 2 от Valve в этом беспределе монетизации всегда была лучом света, в то время как ее прямые конкуренты в лице League of Legends и Heroes of the Storm заставляют либо выдрачивать, либо выдоначивать новых игровых персонажей, Dotan просто дает их тебе, ничего не требуя взамен. Скачивая Доту, ты мгновенно получаешь весь контент, предлагаемый игрой. Единственное, что монетизируется, это тонны косметики. В 2018-м это воспринимается как какой-то сюр на фоне подавляющего большинства игр-сервисов. И Valve я все это время безмерно уважал за такое отношение к игрокам. А тут вышел артефакт, и я даже растерялся, каким мемасом на это реагировать в обзоре. Здесь ситуация диаметрально противоположная. Крупнейшие цифровые коллекционные карточные игры — это free-to-play. Какого черта, Valve? Но к этому вопросу мы еще вернемся. Сперва о самой игре. Артефакт — это ККИ по мотивам мобы Dota 2. И в отличие от той же Hearthstone, которая отсылается к Warcraft'у лишь за счет персонажей и юнитов, но никак не геймплеем, артефакт — это реально пошаговая Dota, с теми же механиками и принципами. Разве что не командная 5 на 5, а сольная 1 на 1, где всеми союзными героями управляешь лично ты. Есть три линии, на каждой из которых стоят башни, их необходимо уничтожить. Есть крипы, автоматически спавнящиеся на эти линии. Есть пяток героев со своими обилками и характеристиками. И все их умения, кстати, весьма интересно вшиты в игру и отсылают к первоисточнику. Для поклонников Доты, коим и я сам являюсь, пусть закончил в нее играть уже много лет назад и не планирую возвращаться, это просто кладезь ценнейшего фан-сервиса. Герои, само собой, уникальны и имеют мало того, что собственные статы, урон, здоровье, броню, но еще и всякие пассивные, активные умения и даже персональный комплект карт, автоматически добавляемый в колоду. Грубо говоря, ультимейт. Очень грубо говоря. Алгоритм сражения следующий. Одновременно активна лишь одна линия. Вы с противником по очереди разыгрываете на ней карты до тех пор, пока оба не сойдетесь на том, что пришла пора бить лица. После чего все юниты на линии атакуют того, в кого нацелены, а игра переходит на следующий лайн. Потом на третий, потом в магазин, где можно закупиться шматьем и расходниками, после чего идет распределение воскрешенных героев по карте, и цикл повторяется заново. Битва на каждой линии — это эдакая помесь Magic the Gathering, Гвинта и Хардстоуна. Мана имеется. Она универсальна для всех карт, увеличивается с каждым раундом. Деление происходит не по типу маны, как в МТГ, а по типам героев. Красные — дуболомы, зеленые — саппорты, синие — маги и черные — ассасины. Деление весьма условное, но углубляться в тонкости смысла нет, это не гайд. Карты определенного цвета ты можешь использовать лишь в случае, если на этой конкретной линии находится герой того же цвета. К шматью это не относится, им можно обвешивать кого угодно, и оно даже ману не расходует. В отличие от упомянутых коллекционок, являющихся скорее тактическими играми, артефакт более стратегическое. Цель тут не сломать лицо врагу, а сломать два лица врагу. Либо на одной линии два подряд, либо по одному на двух разных. Здесь необходимо учитывать куда больше переменных. Набор предметов, менеджмент голды, выдаваемой за убийство крипов с героями, общий расклад сил на всей карте и так далее. Куда большее значение имеют, соответственно, глобальные решения, чем локальные на конкретной линии. Учитывая, что для каждого юнита противник на линии определяется случайно, то есть будет вот этот чувак бить башню, или вот его, или его, решает рандом, то тактическая составляющая игры тебя просто каждый раз ставит перед эдакой шахматной задачкой и предлагает ее решить. А вот как бы так распределиться глобальными ресурсами, чтобы поставить себя в более выгодное положение на следующем раунде, это уже стратегия. Поначалу воспринимается игра очень свежо. Она куда масштабнее конкурентов и гораздо комплексней, до такой степени, что, как и в оригинальном Дотане, у новичка крыша едет от обилия всего, что нужно держать в голове. В долгосрочной перспективе это не всегда плюс. И да, артефакт довольно сильно греет чайник, особенно на первых порах. Я бы даже сказал, утомляет. В среднем катка тут длится минут 30-40, и это еще при учете, что ни один из игроков не тупит. Геймплейно игра угарная, управляться со всей этой горой возможностей весело. Правда, баланс весьма спорный.
Просто такую махину из разнообразных механик, как по мне, сбалансировать вообще почти нереально. Но на похвально тянет. Если вы сюда приходите с целью хорошо провести время, а не с целью выигрывать каждый матч без исключения, то в артефакте залипнете часов на 10 легко. А если рвете волосы на жопе каждый раз, когда встречаете дисбаланс или, боже мой, рандом, то уже через пару каток сможете сниматься в рекламе со своей безупречно гладкой попкой младенца. Но! Так сложилось, что коллекционные карточные игры — это развлекуха не на 10 и даже не на 20 часов. В идеале их должно хватать на гораздо, гораздо больший срок. Если интерес к подобной игре угасает за 10-20 часов, это не такая уж хорошая характеристика. Увы, при учете, что вы потратили на артефакт сумму, не превышающую ее ценник в Стиме, так и происходит. Геймплей затухает и приедается. Я ненавижу большую часть существующих систем прогресса в сетевых шутерах, моба и прочих PvP-зарубах, ограничивающих меня в способах получения фана от процесса. Когда эти игры заставляют меня выдрачивать геймплейные возможности, а то и платить за них. ККИ, с другой стороны, подобного хейта во мне не провоцирует, по причине, указанной в названии жанра. Это коллекционная карточная игра, где глобальная цель, вы угадали, коллекционировать карты. В отличие от шутеров. Если бы у шутера глобальная цель была коллекционировать карты, это был бы не шутер, а блядский Battlefront 2. Это неотъемлемая составляющая всего карточного направления, и без этой составляющей ККИ не ККИ. И так уж повелось, что цифровые коллекционки дают тебе возможность заниматься этим самым коллекционированием прямо в процессе игры. Дейлики, достижения в рейтинговом режиме и все такое. Без вливания доната. Само собой, в реальной жизни это не работает. Едва ли ты поможешь племяннику с домашним заданием, переведешь 5 бабушек через дорогу, после чего в свой локальный магазин придешь, и тебе там за этот квест дадут комплект карт для МТГ. Однако в цифровых ККИ все именно так. Но только не в артефакте. Здесь получить новые карты можно только за реал. По крайней мере, пока что. Вначале тебе дают десяток комплектов и 5 ключей для арены. Условно, это эквивалент той самой полторахи деревянных за покупку игры. Но когда ты их просрешь, на этом все. А ты их просрешь, разве что твой винрейт не превышает 70%, а он, скорее всего, не превышает, потому что у большей части людей не превышает. Иначе у кого бы они все выигрывали более половины партий? Либо покупай колоду за рубли, либо покупай ключик на арену за рубли и пытайся выиграть там колоду. Можешь сгонять на арену и без ключика, но в этом случае ничего не получишь ни при каких условиях. Эти схемы являются нормой для физических комплектов. Как я и сказал, никто тебе осязаемые картонки не подарит просто за красивые глазки. Но цифровые ККИ приучили нас к обратному, а артефакт пошел против этих устоев, отчего и словил волну хейта. Так что да, артефакт — это именно pay-to-pay. Купи, чтоб потом платить, как и пишут негодующие пользователи, сливающие рейтинг игры на самое дно метакритика. Но с другой стороны, интеграция в экономическую систему Стима дает людям, готовым платить за карты, воистину потрясающую возможность покупать и продавать эти самые карты из рук в руки. То есть вот прям любую карту напрямую выкупать с торговой площадки у того, кому она не нужна. Попробуй такой трюк провернуть в той же HS или Gwent. Достать конкретную карту. Тебе придется комплекты открывать и распылять картонки до тех пор, пока ты не накопишь пыльцы слэш-обрывков на нужную тебе. А тут зашел на аукцион и взял за 10 рублей то, чего тебе не хватало для колоды. Ну, условно 10 рублей. Ценники в данный момент варьируются от 1 рубля до сотен. В итоге, эту игру вполне можно попробовать тем, кто готов вливать баблишко, как в реальных ККИ. Или же тем, кто просто любит жанр и хочет испытать другой экспириенс от карточной игры. И в любом случае не планирует задерживаться в ней на длительное время. Остальным можно проходить мимо. Я вот отыграл 25 часов с удовольствием, но продолжать в артефакт рубиться не буду. Зачем, когда среди конкурентов полно коллекционных игр, позволяющих заниматься коллекционированием за счет побед, а не за счет кошелька? Your pain is delectable. Stop game.